Дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Валерий Хаос, и мы плавно переходим к прохождению третьей части легендарной серии Resident Evil, называется она Nemesis. Как по мне, так третья часть, она самая такая атмосферная, сложная самая. Одно появление Nemesis'а чего стоит в игре, вот, так что придется попотеть. Действие игры будет разворачиваться в двух промежутках времени. Это первая половина за сутки до действий второй части игры. И через два дня, это вторая половина игры, через два дня после действий второй части игры. Главным героем третьей части является Джилл Валентайн. Это напарница Криса Редфилда, которую мы знаем из первой части Резика. Так, ну что, давайте, новая игра. Выбираем сложную игру. И поехали. Resident Evil. Все началось в обычный сентябрьский день. Обычный день в Ракун-Сити. В городе, находящемся под контролем корпорации Umbrella. Никто не осмеливался противостоять им. Если бы не это малодушие, они были бы уничтожены. Думаю, им пришлось бы ответить за свои действия, и они не дождались бы прощения. Если бы только у людей хватило мужества сражаться. Верно говорят, если уж колеса правосудия завертелись, их ничто не остановит. Ничто. Это был последний шанс Ракун-Сити. И мой последний шанс. Последний выход. Это вертолет Дельта. Готов к высадке в зоне Е95070. Прием. Кто они? Нет. Ждем приказов. Прием. За дело. Вперед, вперед, вперед. Огонь. Они идут. Стреляй в них. Не отступать. Вперед. Где они? Откуда они взялись? Нет! Получай! Умри! Итак, начало, как всегда, такое резкое. Давайте. Так, как-нибудь тебя обижать можно? Оп. Получилось, отлично. Чтоб патроны не тратить. 28 сентября. День. Монстры захватили город. Каким-то чудом. Мне удалось уцелеть. Х
Хорошо. Мы должны отсюда выбраться. Что? О чем ты говоришь? Я только что потерял здесь дочь. И ты предлагаешь мне уйти отсюда? Мне очень жаль. Но помощи не будет. Мы должны выбираться сами. Нет, я никуда не пойду. Лучше сдохнуть от голода, чем быть сожранными одним из этих чертовых монстров. Оставь меня в покое. Так, мужик закрылся. С нами он идти не желает. Я уже сказал, я не уйду отсюда! Ни за что! С ним все понятно. Хочу заметить, в игре перевод более-менее стал не кривой. Более-менее нормальный. Вот. Давайте посмотрим, что у нас вообще с инвентарем. Так, пистолет. М92F Custom. Пистолет, сделанный специально для Stars. Стреляет патронами 9 мм. Так. Инструмент для набивки патронов. Его можно использовать вместе с порохом. Инструкция А. Игровые инструкции поясняют различные действия. Использование карты, взаимодействие с предметами. Давайте почитаем. Надеемся, эта книга поможет вам выжить. Стрельба по объектам. Стрельба по объектам, таким как бочки с нефтью или бомбы, может приводить к разнообразным результатам. Нажмите кнопку R2, чтобы прицелиться в объект. Быстрый разворот. Вы можете выполнять быстрый разворот на 180 градусов. Отступая, нажмите кнопку «Бег». Бегство. Если вас окружили враги, вы можете растолкать их и убежать. Быстро нажмите кнопки со стрелками. Кнопку действия, кнопку отмена, кнопку «Бег», кнопку R2, R1 и L1. Уклон. Если вас атакует враг, вы можете уклониться. Нажмите кнопку R1 или R2. Во время прицеливания нажмите кнопку действия. Залезать на объект. Слезать с объекта. Вы можете залезать на некоторые объекты в игре или слезать с них. Подойдите к краю объекта, на который вы хотите залезть или с которого вы хотите слезть. И не прекращая движение, нажмите кнопку действия. Карта. Нажмите кнопку L2, чтобы посмотреть на карту. Нажмите кнопку действия, чтобы приблизить или удалить карту. При большом увеличении нажимайте кнопку со стрелками, чтобы двигать карту. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы переключиться на другую карту. Выбор. В определенные моменты игры изображение становится черно-белым. В этот момент вам предлагается сделать определенный выбор. Используйте клавиши со стрелками, чтобы перемещать между вариантами и кнопку действия, чтобы сделать выбор. Пропустить сцену. Определенные сцены можно пропустить. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы пропустить сцену. Итак, с этим ясно. Кстати, в игре есть такой секрет. Ну, как секрет? Будем называть его секрет. Нужно собрать за всю игру, собрать все документы, и тогда откроется секретный дневник Джилл. Что мы и попробуем сделать за всю игру. Будем пытаться собрать все документы. Так. Инструкция по созданию патронов объясняет, как нужно использовать порох и зарядное устройство. Система создания боеприпасов. Чтобы создать различные виды боеприпасов, используйте зарядное устройство и порох. Зарядное устройство. Этот предмет необходим для создания различных видов боеприпасов. Соединяя порох и зарядное устройство, вы можете создать различные виды боеприпасов. Порох. Смешивайте различные материалы, чтобы получить боеприпасы. Существует три основных вида пороха – А, Б и С. Обратите внимание, порох С получается путем смешивания А и Б. Как смешать порох? Вы можете создать различные виды патронов, смешивая разные виды пороха. Всего имеется 13 разных видов пороха. Примеры видов пороха. А. Пистолетные патроны. Б. Заряды дробовика. С. Гранаты. А плюс С – зажигательные гранаты, Б плюс С – кислотные гранаты, С плюс С – замораживающие гранаты, С плюс С – патроны Магнум.
Комбинирование пороха и гранат. Если вы считаете различные виды гранат и пороха, то получаются особые виды гранат. Повышение уровня комбинирования. Если вы неоднократно готовите один вид боеприпасов, то ваш уровень повышается, и вы сможете готовить более мощные боеприпасы. Так, ну с этим все ясно. Так, вижу аптечку. Взять предмет медицинский спрей. Ну, спрей, я думаю, не стоит читать. Мы знаем, что это такое. Вот. Он в каждой серии одинаковый. Патроны для пистолета. Патроны 9 на 19 парабеллум. Подходит для М92FS Custom или для SIG Pro. Так, я давненько в нее не играл, так что немножко там ничего, немножко не помню. Так, играть буду по памяти. Вот. Здесь у нас ничего. Давайте зайдем в дверь. Так, вижу, блестит ключик. Ключ от склада. Маленький ключик с биркой. На ней написано «Черный выход». Различные доклады хранятся. Книги учета. Так, два пороха. Давайте возьмем. Один из компонентов для изготовления боеприпасов. Можно объединить с зарядным устройством или с гранатой. Сделаем так. Так, красящая лента тоже читать не буду, потому что она тоже везде всегда одинаковая. Скажу, что она нужна для сохранения. Так, давайте изготовим патроны. Получается у нас для пистолета. Соединим их. Вот, и можно убрать. Так, аптечку тоже уберем. Ленту. И у нас здесь есть ножик, да. Давайте. Так, промазали. Давайте возьмем ножик. Я думаю, в этой части игры он пригодится. Кинжал для самообороны. Так. Что здесь, наверное, все. Используем ключик, нам надо выбраться на улицу. Кстати, вот эта третья часть, она послужила, как можно сказать, сценарием или не сценарием, как идеей для создания второй части фильма «Обитель зла». Так, 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 проснулся у нас. Давайте попробуем добить ножом, чтобы патроны не тратить. Ладно. Еще один. Thank you.
отлично. Так, там еще одни шастают, слышу. Бочка, кстати, можно было бочку взорвать. Путь переграждает разбитая машина. Кстати, в двери что-то стучало внутри. Да чтоб тебя. Отлично. Хоть немножко, но экономим патроны. Так. Так, закрыто с другой стороны. Тут, кстати, карта больше, чем в предыдущих частях. То есть шанс немножко заблудиться. Вот. Опа. Ах ты, козел. Получи, получи, получи. Засранец. Блин. Так, один куда-то свалил. Вот он. Посмотрим, что они там, откуда они выбежали. А, сдох, что ли? Ну ладно. Так, взяли бензин. Бензин для зажигалок. Зажигалки пока у нас нет. Дробовик. Беннелли М3С. Очень удобный обрез. Прям в рифму. Стреляет патронами 12 калибра. Тратить его пока не будем. Ему повезло, умер до того, как его выпотрошили. Так, ну все, здесь, по-моему, больше ничего нету. Ну что, давайте посмотрим, куда убежал у нас человечек. Так, зеленая трава. Тоже смотреть не буду, потому что она везде, во всех частях одинаковая тоже. Только сделаю комбинацию с ней.